За что в московском отделе находитесь? По факту мошенничества. В отношении кого? Юлии. Какого рода мошенничество? Взял у нее деньги на покупку автомобиля в размере 700 тысяч рублей. Автомобиль не предоставил. По моим словам, как я ее попросил взять кредит, потому что у меня деньги заморозились на несуществующей фирме на покупку телефонов. Машину не приобретали? Машину нет. Написал только договор купли-продажи. Автомобиль это существует? Нет.